Ну что ж, давайте закончим перерыв и вперед. Следующая, пятая глава нас ждет в Зеро на Кисеке. Конец близок. Тот же день, 14:00. О. Понятно. Братики и сестренки, похоже, наконец-то зашли так далеко. Ну что ж, думаю, приглашение теперь получили все участники. На этом можно сказать, что все готово к вечеринке. Интересно, кто первый сможет узнать, кто демон? Эстель и Йоша? Или братики и сестренки? Или же... Ты, как всегда, говоришь так, будто все знаешь. Рен не настолько самоуверены. Рен всего лишь видит, как работает вся эта система причинно-следственной связи. Это сложно. И действительно очень интересно, во что превратится переплетание всех этих судеб, всех этих людей в нынешнем Кроссбелле. Это все, что Рен пока что видит, понимает. Понятно. Я не знаю, что задумали мафия и культ, но похоже, что будет неспокойно. Ну, наверное, можно сказать, что они просто платят за свои ошибки. Или, возможно, правильнее будет это назвать кармой или возмездием. Наверное, будет правильнее сказать, что это возмездие за ту карму, которая накопил этот серый город. Однако Рен также думала, что общество может быть как-то связано с этим. Хм.
Это место также является буферной зоной между обществом и церкви. Папа запретил рыцарям действовать как-либо тут. В свою же очередь, Грандмастер не посылает своих энфорсеров сюда. Само собой, это лишь на поверхности так, или так сказать, это их официальная позиция по данному вопросу. Ну, дедушка, Рен всегда думала, что ваша студия довольно сомнительное место. Однако Рен не ожидала, что у вас тут будет удаленная система для вмешательства в работу Orbal сети в Кроссбелле. Благодаря этому, Рен, тут не скучно. Ну, если это тебе как-то помогает, значит, усилия, потраченные на этом, стоили того. Когда тот человек принудил меня к сотрудничеству, я был готов все тут уничтожить. Да, похоже, вы все еще не очень хорошо ладите с профессором, да? Администратор 13 фабрик. Также известный как шестой апостол. Профессор Нувартис. Так, ребят, в этой фразе я вижу используется очень важный термин из серии, который, если дословно перевести с японского, переводится как «небесное тело» или «звезда». Но в следующих играх нам дадут правильную, так сказать, расшифровку этого термина, и его там будут называть Astral Code. Так что будем использовать Astral Code тоже. Почему его заинтересовала Orbal сеть Эпиштейна, когда у него есть целая сеть Astral Code? Ну, учитывая, что он за человек... Наверное, он думает использовать ее для какой-нибудь безумной затеи своей. Ну что за бред? Зачем он отдает свои тестовые машины, что в самом разгаре разработки? Так бездумно, кому попало? Вы имеете в виду... того красного воина, с которым нужно было сразиться братику и сестренкам. Исходя из того, что Рен видела на мониторе, этот малыш был действительно неплох.
Ну, я, безусловно, заметил, что у него были проблемы с ситуационным осведомитель... Нет, ситуационной осведомительностью и принятие правильных решений быстро. Он совсем даже и рядом не валяется с твоим напарником. Но Рен уверена, что профессор, скорее всего, уже знает о том, что Рен находится тут. Но помимо Рен, он вам что-то говорил про друзей? Нет, сейчас он молчит. Судя по всему, он сейчас полностью сконцентрировался на разработке этих новых... Этой новой звездной машине, звездной, ну, короче, летающего аппарата. Не уточняется, что именно это. Какой-то корабль или что-то поменьше, или вообще что-то там. Ну, как бы то ни было, я справился с починкой суставов. Это, по-моему, да. И с проблемными моментами, которые отвечали за управление твоей игрушкой. Думаю, даже если он, то есть профессор, это увидит, вряд ли будет жаловаться на мою работу. Спасибо. Ну что ж, теперь наконец-то можно начать делать последние ставки. Не нужно делать такое лицо. Вы сделали для Рен очень много кукол. Вы также научили, рассказали Рен, как эти куклы делаются. И что самое важное, вы приютили Рен себе. За это, дедушка, Рен вам очень благодарна. Ой, да ладно. Я ничего такого не сделал. Что важнее? Сегодня ты будешь очень занята, верно? Немного рановато, но как насчет того, чтобы устроить послеобеденное чаепитие? Да, хорошо.
緒にお茶にしましょう。パトルマトル、давай выпьем чайку вместе. 今日は長い一日になるわ。А то впереди нас ждет длинный день. 多分この実習が始まって一番長い一日にね。Пожалуй, это будет самым длинным днем в истории автономного округа. Что это значит? Заключительная глава. Самый длинный день в Кроссбелле. Отличное начало. なるほど、そんなことになっていたとは。Ну, Виктор, ты знаешь, как финалы бывают в Кисеке? Например, последняя глава на 50 часов, как тебе такое? Так что это еще не финал. Понятно. Так значит, вот оно, что случилось. Ну, мы уже получали информацию о том, что люди пропали. Но похоже, что мы уже опоздали, чтобы что-то можно было сделать. Однако, что еще хуже в этой ситуации? Из ниоткуда появился опять этот культ. Это Ариос-сан, вы участвовали в той операции шестилетней давности, которую вам нужно было... совершить рейд на культ. Как вы думаете, насколько вероятно, что все-таки какие-то остатки этого культа все еще выжили? Ну, мы нейтрализовали все ложи, но не исключено, что кое-какие их члены могли выжить и скрыться в подполье. Если этим людям помогали преступные организации, то, само собой, скрыться им было бы намного легче. Ну, Ривачи... возможно, как раз таки... Нет. Ну, Ривачи идеально как раз таки подходит для того, чтобы скрыть кого-нибудь из культа. Да, но зачем идти на такой риск? Чтобы такой расчетливый человек... как Маркони не рассчитал все и не видел риска и не начал беспокоиться, кажется странным. Ну, вы правы. Очень многие не стали бы просто так прикрывать культиста, а скорее всего его бы сдали, учитывая, что известно о них. Учитывая, конечно, но...
И само собой, против них И само собой, они должны были понять, что против них пойдут не только брейсеры, то есть мы, но и общество, и церковь, если бы они прикрывали культ. То есть, другими словами, возможно, есть какие-то обстоятельства, из-за которых им пришлось пойти на это. Да. Но, похоже, у нас не так уж и много времени, чтобы изучить детально все. Сейчас нам нужно разделиться и сосредоточить все наши усилия на поиске пропавших членов мафии и людей. Высока вероятность, что это также нас приведет к тому, что мы сможем раскрыть личность тех людей из культа, которые еще остались. То есть получается, что мы будем сотрудничать, верно? Да, у нас нет никаких возражений против этого. До тех пор, пока тут вовлечены обычные гражданские, мы не можем просто стоять в стороне. Не говоря уже о этих опасных препаратах, что тоже тут в деле. Большое спасибо, вы сильно помогаете. Ну что ж, мы полагаемся на вас. Да, взаимно. Ну что ж, раз с этим разобрались, то мы должны определиться с распределениями ролей. Так, помимо Эстель и Йоши, что там насчет других членов гильдии? Ну, к счастью, у Скотта и у Лин и других и их товарищей нету никаких срочных дел. И если учесть еще и Эсте и Йошуа, то всего у нас получится 7 человек. Хорошо. Собери всех. Я бы хотел, чтобы мы смогли до конца дня посетить важные места. Хорошо. Тогда я свяжусь с ними. Так, ребят, начинается эпик, походу. Ваша координация действительно удивительна. Сорега оретачи югекшино сайдай но цьёми демо ару кара на. В конце концов, это главное достоинство гильдии брейсеров. Кстати говоря, Сергей в курсе? Да, мы уже получили разрешение от него на сотрудничество с вами. Он сказал передать вам привет, Ариос-сан. Верно. Не, ну Астер, я понимаю, эпичней будет, когда соберутся 60 персонажей, и все по очереди будут говорить: «Вперед, мы сделаем это!» Вот да, это эпичнее, согласен. Так, вернемся к тексту. Кстати, Ариос. Когда вы служили в полиции, вы работали под начальством шефа Сергея, верно? Вместе с моим братом. А. Да.
Сергей Сато, Орето, Гай. Там был Сергей Сан. Я, Гай. Татта 3人 де соуса 1 кай 以上 но 実績 о 打ち立てた. Кейсац 史上 最高 то 歌われた чим. Имея в своем составе всего этих троих человек, мы смогли добиться больших успехов. И тем самым превзошли первый следственный отдел, который называли лучшим в полиции. Но 5 лет назад, я от собственной воли покинул. Однако, этот отряд был расформирован 5 лет назад, когда я ушел из полиции по личным причинам. Сергей-сан ушел в полицейскую школу, Гай ушел в следственный отдел. Сергей перевелся в полицейскую академию, а Гай — первый следственный отдел. И 2 года спустя Гай умер во время выполнения службы. Если бы я только не ушел из полиции... Ну ладно, я думаю, сейчас я уже не вправе это говорить. У меня были свои обстоятельства, из-за которых мне нужно было покинуть полицию. И я был преисполнен решимостью добиться своей цели. Но... Несмотря на все это, я до сих пор задумываюсь. Я до сих пор вспоминаю те прекрасные дни, года, проведенные с моими необычными... Нет. Года, проведенные с моим... причудливым боссом и необычным, неординарным партнером. Поэтому, если честно, я вам очень даже завидую. Да уж, я точно не ожидал никогда услышать подобные слова от божественного клинка ветра. Ну, на самом деле, это мы завидуем открытности гильдии, так сказать. Полиция должна выполнять свою роль, а гильдия — свою. И каналу кенлёку ни му ксэзу. Фухэн текина лисоу тоште но сэйги о ой мотомэру но га гильдо нара. Если роль гильдии заключается в том, чтобы добиваться справедливости вне рамок политической власти, то задача полиции — добиться тоже справедливости. В тех ситуациях, где есть очень много противоречий, связанные с правительством. На вас действительно возложены ряд противоречий и необоснованных обстоятельств. Когда-то я тоже испытывал это чувство, как и вы.
и мне казалось, что я ничего не могу сделать. Однако... Сейчас я могу с уверенностью сказать, что это был важный опыт для меня, который помог мне. Преследовать справедливость вопреки противоречиям во власти. Мой брат преследовал нечто подобное? Да. Я верю в это. Возможно, именно поэтому Сергей сыграл очень важную роль в создании спецотдела поддержки. Ладно, я слишком много поучительных слов сегодня сказал. Вы, ребята, должны сами найти ответы на свои вопросы. Наверное, Гай хотел бы того же самого. Да. Да уж. Ну и сложную домашнюю работу ты нам дал. Мы вернулись. О. Эстель, Йошиа. Сорени Шизуку-чан мо. Эстель, Йошиа и Шизуку-тян. Кёва тоттемо кавайи фуку не. Аригатоу гозаимасу. Конничива, мина-сан. Ой. Какое там слово последнее вы слышали? Ну, короче. Короче, Шизука ворвалась, они все поприветствовали друг друга. Элли сказала, что у Шизука очень миленький наряд. И она поблагодарила. Так. Прошу прощения, что помешали вам. Оу, похоже, ты веселилась сегодня, да? У меня были срочные дела, поэтому я попросил их составить ей компанию. Эстель, Йоши, прошу прощения за беспокойство. Ой, да ладно, не переживайте. Я чувствую, что мне очень сильно повезло, что у меня была возможность потусить с Шизуку-тян. Я действительно получила большое удовольствие от постоянных обнимашек и тыканья в щек. И, короче, всяких разных других вещах. Эстель-сан. Так, чё она там творила с ней? Ладно. Ой, богиня. Ты ведёшь себя как какой-нибудь старый извращенец. Ну, вообще-то да. Ну, кстати, Мишель-сан вёл нас в курс дела. Значит, мы временно будем сотрудничать с полицией, верно? Да. Как только соберутся остальные, я вам все объясню. Ройдо, декилеба умайтачимо доусаки штекле. Ллойд, если возможно, я хотел бы, чтобы вы тоже присутствовали. Хай! Да. Так, ребят, все нормально у вас? Так, после этого... как только все собрались, они были введены в курс дела. После того, как они определились с ролями, Ллойд и остальные решили, ну, Ллойд и его товарищи,
решили вернуться на время в здание спецотдела поддержки. Ну что ж, тогда мы возьмем на себя ответственность за Шизуктян. Все, ребят, мы отобрали ее. Ну, шеф и наша надежная полицейская собачка всегда присутствует в здании спецотдела поддержки, так что беспокоиться вам не о чем. Да, рассчитываю на вас. Шизуку, будь хорошей девочкой. Да, отец. Ну и пап, и все остальные, вы тоже будьте осторожны. Да, не беспокойся. Хотелось бы, чтобы у нас было еще несколько людей. Ну, к сожалению, тут будет слишком опасно, как только мы начнем свое дело. Но вы точно уверены? То, что мы будем помогать вам в этом расследовании. Ой, да не беспокойся об этом. Кстати говоря, с вами должен еще связаться тот доктор из больницы, который занимается изучением ингредиентов того препарата, верно? Поиск пропавших людей можете предоставить нам. Вам лучше начать готовиться к следующей миссии. Я никогда не думала, что мы будем работать вместе с полицией. О, озвучка у них появилась. Так, мне кажется, Илья Оля в будущих играх будет по-другому звучать. Ну ладно. Ну, в Ринферии... Такое, конечно, случается постоянно, но не тут. Так что полагаюсь на вас, ребята. Да, взаимно. Мы тоже на вас полагаемся. Ну, если будут какие-то проблемы, вопросы, не стесняйтесь обращаться в гильдию. Если мы сами что-то выясним, обязательно свяжемся с штабом. Спецотдела поддержки или с вами. Ну что ж, постараемся. Да. Матвей, ну да, я тоже не удивлюсь, если эти фразы озвучили кто-нибудь из разработчиков. Так что да. Вернемся к тексту. Да уж, я чувствую себя немного истощенным. Присутствие Ариса Сана, это замечательно. Ну, присутствие Эстель и всех остальных дает нам действительно большую надежду. Остальные тоже кажутся действительно очень опытными. Ну, судя по всему,
Остальные, за исключением, собственно, Ариуса и Эстель с Йоши, это брейсеры Б-ранга и выше. Редко можно встретить филиалы, где так много молодых талантливых людей. Думаю, это означает, что гильдия понимает ценность Кроссбелла. С другой стороны, они также понимают, что полиция особо многое тут не может сделать, поэтому, собственно, и отправили таких опытных людей. Да, нам действительно нужно взять себя в руки. Ой, прости. Наверное, было странно услышать от нас такое. Ой, да не переживайте. Я, конечно, слышал о том, что папа работал когда-то в полиции. Похоже, у него были очень много проблем и сложностей. Но на этот раз я уверена, что работая вместе, все получится. Да. На самом деле, в этот раз они нам помогают больше, чем мы могли предположить, ожидать. Кстати, кстати говоря, а что насчет того кулона, который ты сделала? Ты смогла подарить его отцу? Да. О, ребят. Не зря выполнили сайд-квест, засчитался даже в сюжете пару фраз. Ну, вообще-то вчера вечером ко мне приезжал отец. Я смогла передать ему этот подарок без каких-либо проблем. Но после этого у него было такое выражение лица, что я не могла понять, что случилось. Какое-то время он просто сидел и молчал. А потом немногословно поблагодарил меня. Так, сейчас, секунду, я случайно нажал кнопку. Так, Рэнди ранее сказал. Наверное, он сказал. Я возьму его. Ну да, по сути, нечто подобное. Да, легко себе это можно представить. Даже перед Шизукутян Ариусан ведет себя очень сдержанно и официально. Ну, я думаю, что это лишь показывает то, насколько он сильно заботится о Шизукутян. Ну ладно, позволь нам показать тебе спецотдел поддержки. Не против взять меня за руку? Большое спасибо. Кстати, Кия-чан там, верно? Да. Думаю, она, скорее всего, с Цайтом. Когда ты, Шизукутян, придешь, и она тебя увидит, она будет прыгать от радости. Я так счастлива. Ладно. Тогда давайте проведем нашу принцессу домой.
Да уж, действительно. Тот же день, 17:00. Ладно, кому-то весело. Так, что происходит? Что за хрень? Он опаздывает. Опаздывает. Кто-то бомбит. Так. Этот... доктор. Он же должен был связаться с нами еще днем. После обеда, вроде. Ну, я ранее связалась с администрацией больницы. Но они там сказали, что он заперся в лаборатории и как безумец работает. Возможно, он столкнулся с какими-то трудностями в процессе изучения ингредиентов препарата. Или же, учитывая, какая он ленивая жопа и любит отлынивать... решил пойти порыбачить. Ну, я думаю, что это не так. Что случилось? Неужели тот доктор еще не позвонил? Ребят, мне это не нравится. Да, судя по тому, что мы слышали, он, похоже, так сильно увлекся изучением... анализом, то заперся в лаборатории и не выходит. Учитывая ситуацию, думаю, наверное, будет лучше пойти и встретиться с ним лицом к лицу. Наверное. Поскольку уже были жертвы, нам необходимо точно узнать содержимое этого препарата. Короче, я буду на связи с гильдией, если что, а вы отправляйтесь туда как можно скорее. Прошу прощения, мы полагаемся на вас. Ну что ж, тогда погнали к автобусной остановке и потом вперед в Урсулу. Так. Ну что ж, сайды. А сайдов нету, тут те же самые вчерашние сайды. Серьезно? Ну да. Ладно. Ну да, финальная глава, так что совершим последний обход по городу. Талар, да-да. Нам нужно обойти город, собрать два рецепта. Во-первых, приготовить еду, которую нужно сдать. И да. Астер, ну, типа, да, это типа тот же день, который был и в прошлой главе, как бы. Короче, да, ну ты понял. Привет, Грейди. Так, ну что ж, тогда вперед, начнем с болтовни, как всегда. Правда, наверное, я тут порежу запись, так что...
пару минут перерыв, а те, кто смотрит записи, продолжение следует. А то я не хочу, чтобы получилось, как вчера, запись на 2 часа с половиной, и потом придется ее резать. Без прощания и приветствия, так сказать. Так что продолжение следует.